Алёш, ты, сука, а летел-то, блядь. Я беззаботный отдых. Там будет трупаки, ебать, там жарко. Ну а то я прям сказал, да, посмотрим, в аэропорт. Тёть же некогда, у вас уже регистрация идет. Держите, давай. Это сыграть не сможет. Кстати, приобретение Хуана Маты. О, кому, как вы думаете, он сильнее всего ударит? Матчная Валенсия, Янг. Не, на они. Нет, я думаю, что Кагава прежде всего. Ты что-то по льду едешь? А что? Зато ты хуй затормозишь сейчас, вон, смотри. Ты комментатор, ёпта, Джека. А чё? Комментатор. Но. Комментатор. Блядь, ой, мы нахуй ёбаны, куда тебя несёт, блядь? Сука. Ты чё? Ох, нихуя он, блядь! Нихуя себе, ёб твою мать! Нихуя я это заснял, нахуй! Я это заснял! Заснял? Нихуя себе! Это что такое было сейчас? Ебать! Нихуя! Нахуя! Давай, нахуй! Давай посмотрим сейчас, видео. Да нахуй надо! Ты заснял? Ной заснял! Нихуя себе! Так-то заебись, тюхались. А хули он туда вообще хотел-то? Чё? Чё? Огнем с моря береговые батареи. Переходах скрылись с места ДТП. Что же вы, гады, коллеги, делаете?
Ведь уехать — это означает не вызвать скорую, а в России по статистике 62% сбитых гибнет до ее приезда, а еще 10% во время транспортировки до больницы. В этих 72% в основном пешеходы умирают.